Ага, заказ наш приехал. Ура! Ух, тяжеленная. Ура! Дима, куда ты пошел? Ага, вот наш и заказ. Памперсы. Хотели другие. Маленькие взять, там по 18 штук, две пачки я хотела. Дима уже отвыкает от памперсов, да? Вот. Та-дам! Наш заказ, наш заказ. Сейчас все-все вам покажу, что же мы купили. Купили на 2500 рублей. Нам с Димочкой, нашу семью, с мужем. Ням-ням-ням-ням! Сбермаркет нас выручает! Ура! Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор заказа из Сбермаркета. Так, бананы. Блин, что-то бананы, кстати, это какие-то не очень мятые, что ли, они какие-то. Даже без мешка, кстати, 60 рублей. Хотя там было у меня 90, 59, да, 60 рублей. Бананы. Так, помидоры. Хотела взять помидоры розовые, но розовых не было. Закончились они неожиданно. Тут что-то 700, короче, 700 грамм это 5 помидор. Что-то, а как-то одной не хватает прям ни туда, ни сюда. Так, капуста. Свежий урожай должен быть. А где? Сколько она у меня вышла? 54 рубля. А нет, 56 вышло. Капуста. Это что у нас? Апельсины. Неужели это килограмм? 972 грамма. Три апельсина, представляете, уже почти килограмм. Я думала, там будет просто огромный мешок прям. Так. Мандарины. Здесь у нас, по-моему, 500 грамм, что ли, должно быть. Да, 500 грамм, 4 мандарина всего. Как-то прям вообще маловато так получилось, ну ладно. Зато огурцы. Почти здесь килограмм, по-моему, должен быть. 89 рублей, да. Килограмм огурцов. Огурцы, помидоры. Так, и яблоки. Яблоки вообще у нас 3 штуки всего. 3 штуки яблок, это у нас полкило. Серьезно? 3 яблока это полкило? Мне, честно говоря, вообще не верится. Как такое возможно? Отрубилось, что ли? Так, у меня неожиданно села батарейка. Включилась. У нас с вами яблоки. Здесь 504 грамма. 3 штуки. Полкило. Так, господи, включить забыла. Я решила их взвесить. Реально ли здесь полкило? Что-то мне вообще не верится. А, и вправду. Вон, видно. 506. Так, продолжаем. И также скажу, почему я удивилась, что полкило это 3 яблока всего. Потому что я яблоки первый раз в жизни покупаю. Я никогда в жизни не покупала яблоки, потому что у нас дача, у нас на даче 11 яблок. Вот, но сейчас нужно яблочко, чтобы у меня малыш кушал. И поэтому я купила, я удивлена, что полкило это всего 3 штуки. Я думала, их там будет штук 5-6, где-то вот так я рассчитывала их. Так мало, я удивлена. Вот. Кстати, обзор моей дачи можете увидеть на моем канале. Итак, поехали дальше. Я заказала маску. Такую маску, наверное, мы будем тестировать вместе с вами. 7 дней. Их разных, видимо, 7 бывает. Была еще какая-то, я решила такую. Она стоила, кстати, очень дешево. 70 рублей, что ли, где-то вот 60-70, где-то плюс-минус. Так. Заказала вот такие вот. Их можно на сковородке. Были от ленты, но они как на мангале, что ли, типа. Я не стала брать, ну, потому что не знаю. Здесь на сковородке их можно. Вот они как бы вот так выглядят. Их, наверное, заморозить нужно будет. Посмотрим, когда мы их там будем кушать. А, стоили они где-то около 100 с лишним рублей. Очень дешево.
Так, и, конечно же, то, что я ищу уже в течение 10 лет. Наконец-то я нашла эту оболочку свиная. Мы с вами будем делать вот такие вот вкусняшки. Вот такие я найду рецепт и будем делать. Ставьте лайк, если вы этого хотите. Давайте наберем с вами 20 лайков и сделаем вот такие вот вкусняшечки. Или вот такие. Ням-ням. Так. Это так. Она стоила около 70 рублей. Не знаю, или 100, или побольше, не помню. Вот. Ну, конечно, сметанку. Очень люблю вот эту сметанку. Уже никакую другую не люблю, вот только вот эту. Так, вот такую. Две взяла, да. Две сметанки. Мне прям они очень нравятся сильно. Так, молоко. Это мацони я буду делать. Что-то у нас по датам. До 5 июля. Очень люблю пестравку. В последнее время я уже начинаю любить какие-то определенные продукты, определенных марок. Если молоко, то только пестравка. Если сметана, то только домик в деревне. А вот, к мацони. Кстати, есть у меня рецепт на канале, как я делаю мацони из них, двоих. Посмотрите тоже обязательно, конечной заставки тоже будет. Так, здесь я еще взяла печень цыпленка. Здесь 115 рублей, я помню, она стоила полкило. Там видится. Вот. Так, также купила лента сливки, 33%. Слушайте, они такие маленькие. 200 грамм. Так, взяла 3 штуки. Не знаю, не могу, вот очень сильно хочу сливки. Очень сильно. Одну я хочу выпить. С кофе или так, а две я хочу потратить на мороженку. Вот. Ну, блин, они классные. Дешево очень стоили. Посмотрим. Здесь не написано то, что для взбития. Но я знаю, что 33% подойдет. И уже покупала, кстати, от ленты. Взбивала, они взбиваются. Вот. Ну, я не помню, как она выглядела, но, наверное, вот так же. Такие классные. В такую жару привезли такие вкусняшки. Так, также мука пшеничная Макфа, 2 килограмма высший сорт. Это для хлеба. 2 килограмма, их 2 штуки. Вот тут еще одна, просто не очень тяжелая. Так, также то, ради чего мы все это заказали. Из ленты памперсы. Нам очень безумно нравятся эти памперсы. 56 штук, 15-25 килограмм для девочки. Изначально мы заказывали другие памперсы, но их не оказалось в наличии. Я хотела купить, наоборот, поменьше, потому что у меня ребенок уже почти начинает спать без памперсов. И хотела немножко купить. Ну ладно. Так, пускай будет. Так, и наши последние уже закупочки. Захотела у нас жара, 35 градусов. И мне захотелось именно сегодня лимонад Швепс. Вот, раньше были полторушки, сейчас это вот как литр. Только поменьше. 900 миллилитров. Уже даже не литр. Хотела полторушку, но не было. С лимончиком. Вот. Ну, лимонада я не пью, но иногда хочется. Так, также купила сок. В последнее время, я не знаю, мне очень сильно хочется сок. Здесь сок малины. Так, малина. А вот яблоко, черноплодная рябина и малина. Ну, я люблю соки какие-то необыкновенные, знаете, такие нестандартные, которые дома самому сделать сложно. Например, сок банановый. Или вот сок из малины. Ну, реально, дома же не сделаешь, правда ведь? Хотя это, мне кажется, в основном яблоко, а малина чуть-чуть добавлено. Мне кажется, так, скорее всего. Так, и, конечно же, квас. Квас это у нас для хлеба 2 литра, по-моему, тут. Да, точно, объем 2 литра. Мы делаем хлеб на квасе. Мне очень нравится, он такой очень вкусный. Вот. Сейчас отодвинем чуть-чуть. Вот такой у нас получился набор продуктов. Здесь сумма, плюс еще памперсы, 2500 рублей. И пакетов там, конечно, получилось много. Он еле дотащил. А, получилось вес 15 килограмм. Вот это вот все, представляете, 15 килограмм. Представляете, просто вот чисто вот теоретически подумать, вот так вот пойти в магазин и на себе вот это вот все тащить. Блин, ну правда, с ума сойдешь.
проще действительно доставку. Доставка еще была платная, 98 рублей. Ну, не знаю, в последнее время я даже стала уже платить за доставку, чем вот идти и тащить самой. Вот, единственное, там пропали лимоны, я еще хотела лимоны купить, они исчезли сегодня с утра уже, я вчера доставку уже собрала, сегодня только заказала. Ну, немножечко обидно, но с другой стороны хорошо, потому что я люблю толстокоры, лимоны, муж сегодня вот купил тонкокоры, мне такие не нравятся. Получилось бы так, что я заказала, представляете, килограмм лимонов, а они вот такие пришли, мне не нравится, вкус не нравится мне, какой-то он это... Мы привыкли уже с советских времен, мне кажется, уже к толстокорам. Они как-то более ароматные, а эти даже пахнут по-другому. Вот, такие вот у нас вкусняшки. Но больше всего безумно я рада, что купила вот этот вот сок и, наконец-то, оболочку. Вот эту вот оболочку. Здесь вот 5 метров. Не знаю, мерить надо, не надо. Кишки свиные они. Не знаю даже, какая она внутри. Ну, вот такая вот выпуклая. Такое по ощущениям, что-то там свернутое такое вот. Даже не знаю, не представляю даже, как она выглядит. Купила первый раз, но искала я ее очень долго. Кстати, тут есть такая штучка, которая закрывает. Дорезаешь, и можно вот вакуумно, как, ну, не как не вакуумно, а просто закрыть. Вот для колбас, сарделек, купат, сосисок. Так что с вами мы будем скоро что-то вкусное готовить. Ура! Лайки ставьте. Ставьте лайки, лайки, лайки. Старалась для вас сделать этот обзор. Также мы с вами, помните, набираем 25, по-моему, лайков. И с вами будем готовить вот такие вот купаты. И также, кстати, мы с вами, когда будем готовить, наверное, там я сделаю и обзор. Ну, напишите мне в комментариях, либо, может быть, мне сделать его отдельно. Напишите: Наталь, сделай отдельно на... обзор на оболочку. Может быть, она вам интересна. Но, честно говоря, я ее не видела ни в одном магазине. Случайно вчера заметила. Просто чисто случайно. Вот. Посмотрим, если она мне понравится, я куплю еще. Ну и, конечно же, у мясорубки у меня есть специальная штука, чтобы вот делать такие сосисочки. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. И всем пока-пока! Ставьте лайки, пишите обязательно комментарий. И подписывайтесь. Вот здесь будет кнопочка внизу. Обязательно. Нас с вами еще ждет очень много всего интересного.